Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Мы находимся возле Киевского вокзала. Дальше идет Европейский шпиль. Видите, шпиль здания. Вот флаги. И здесь наш очень-очень интересный фонтан. Каскадный фонтан. Сейчас мы его будем осматривать во всей его красе. Птички. Вот птички купаются. Блики от солнца. Но, видимо, коричневая или желтая, не пойму. Пенится все. Так и хочется туда поближе подойти, правда? Красивейший Киевский вокзал. Вот я увеличу его немножко. Здесь можно посидеть вот этих ступенечках. Народ отдыхает. Когда, или, наверное, которые живут недалеко. Или кто ждет поезда. Птичка, птичка, видите, как птичка купается? Не знаю, это что-то музыкальное, но, наверное, ночью он подсвечивается, я так думаю. Один, раз, два, три, четыре. И там фонтан. Не подойти к нему поближе, не подойти. Воды прохладненько. Вот эта птичка полетела. Ох, как она полетела. Красиво. Вид очень-очень красив. А с этой стороны вот у нас идут еще дополнительные. Вот. Каскадный. Вот так вот сливается. Вот это все фонтан. А здесь маленькие фонтанчики бьют. Вот. Да, он что-то музыкальный, видите? Ночью он работает с подсветкой. Тут уменьшилось. Тут вот это увеличивается. Так, вот. Вот, как он увеличивается. Красивый фонтан, красивый.
такая привокзальная площадь рядом с Кирским вокзалом. Обрывки на меня капают. Увеличила во всей красе. Сейчас мы будем отходить на небольшое расстояние. Вот я увеличила, как будто мы рядышком с ним находимся. А сейчас мы пойдем на мост. Мост через Москву-реку. Травка зеленая. Показываю красоты, красоты. Красивейший мост. С этой стороны сейчас посмотрим на него, а потом зайдем наверх. Взберемся на этот мост. Он крытый, а там в этот... посреди, ну, даже торговые ряды есть. Но мы как-то заходили, сейчас очень жарко, и дышать там просто нечем. Летний период, это очень сложно там находиться. Поэтому мы прям сам мост. Мы пойдем мост, но не стеклянный, мы не будем проходить. Потому что мы там задохнемся. Так, вот переход. Такие интересные, видите, ступенечки. Красиво все сделано. Пешеходный. Неохраняемый, нерегулированный, значит, мы спокойно можем идти. Сейчас мы не поднимемся в это стекло стекольное, а мы, вот ребята проезжают, поднимаются, а мы пойдем вот так вот. Согласны со мной так подняться? И я с вами так согласна подняться. Будем смотреть на красоты, особо ничего не увидим. Вот так вот будем смотреть, да? Солнышко. А там тоже внутри эскалатор не работает, поэтому нам точно так же пришлось бы подниматься. Что мы видим? Мы видим Москву-реку.
все. Мы у цели. Стоят катера прогулочные. Такая привокзальная площадь. Так, вот здесь вот прекрасно видно, прекраснейший вид. Вот блики на воде. Эти вода аж вспенилась. Корабли здесь, катера здесь ездят, прогулочные. Можете на экскурсии Москва-реки. Вот, и здесь перед нами такой красивый памятник, не памятник. Ну, красиво. Вот фонтан, видите? Издалека мы на него посмотрим. А здесь, оказывается, проход открыт. Мы сейчас перейдем на другую сторону. Так солнышко, здесь уже прохладно. Ай. Вот вам и другая сторона. А вот Москва-Сити. Вот видите? Москва-Сити виднеется. Киевский вокзал и Москва-Сити сзади. Ну, там километров еще ого-го сколько от Киевского вокзала. Но... Это башня Федерации, 86 этажей, по-моему, вот, где буква Ф, видите? Трасса. Ну что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария. Канал мой называется Машенька Машуня Черняк. Сборная солянка. Так, ну что. Заканчиваю, да? Или пройдем, давайте еще пройдемся с вами. По этой стороне будем спускаться. Вот как мы поднимались, так мы и будем спускаться. Здесь народу очень много, поэтому я не буду снимать. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Жду вас, гости, на своем канале.